Новый посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мария Иванович прибыла в Киев. Как сообщили в отечественном МИД, госпожа посол вручила копии верительных грамот замглавы МИД ведомства Вадиму Пристайко. Накануне приезда в столицу Украины Мария Иванович записала специальный ролик видеообращения. В нем рассказала о чести быть послом в нашей стране. Мне надзвичайно приятно. Мне очень нравилось жить и работать в Украине. И сейчас я с нетерпением жду возможности путешествовать этой страной, встретиться со старыми друзьями и найти новых, и съесть целую миску настоящих украинских вареников. Мы издали наблюдали за большими достижениями Украины в течение последних 2 лет, но сделать надо еще много. Слава Украине!